Всем привет! Ну что, сегодня у нас очередная порция топ-контента на китайке. Забрал я сегодня пак, вот такой вот. В нем есть пятый психощит, ремочка, талантиком гнев и ложный выпад сет. Ну плюс карта кулаки. Это как бы так себе по сравнению с тем, что у нас есть еще здесь в акциях. Так, сейчас мы позабираем. Забираем Минотавра, коробочку. Так, куча плюшек разных. Так, следующий Минотавр на 1 и 2. У нас сегодня есть топовая акция на ролл героев. И смотрите, что у нас здесь дают. За Рибета дают новый талант исцеления. 15 слизней, 60. За Анубиса воодушевление, кучу рун. За слизней Артику дают, как и на наши. Но самое интересное, за Паладина дают железную волю. Только надо 5 штук насобирать. Я не знаю, сейчас попробуем поролить, если получится у нас. И то это еще, ребята, не все. По сравнению, конечно, с нашим сервером, здесь таланты просто раздают. Вот общая баназа есть, в которой дают охрененные призы. Так, забираем 5 топовых слизней. Карту. 25 рудольфов. 50 льдышек. И дальше у нас, смотрите, следующая покупка дает сразу же грубую силу пятую. Воодушевление. Это просто жесть. Сет гнева. Рибет. Ложный. И опять же ремочка. Так. Я не помню, что здесь еще у нас было. Ну, в общем, так. Я, честно говоря, в шоке с этой китайки. Это просто огонь. Так, ну тут у нас, по-моему, за покупку дают какие-то плюшки. Сейчас мы посмотрим. Или затрату. По-моему, затрату даже. Да, скорее всего, за 500 потраченных самоцветов. Так, забираем дальше. 50 штук. Я просто в ахуе, ребят. Смотрите, Рудольф. Почти уже 32 уровня. Так, улучшить. Где там наш... Давайте сначала льдышку прокачаем. Даже выше левелом, чем на основе уже. Я в шоке. Так, 9 уровня. Чикабума тоже нужно качать. Скиллы я пока им не качаю, только качаю так уровни. Сила, как видите, хотя я ее не раскачиваю, она постепенно все равно очень растет. Так, ну что, поехали чистить немножко наш алтарь. Так, а тут я хочу, знаете, что сделать? Попробовать качнуть все-таки Купидона на максималку сейчас, чтобы уже не заморачиваться больше с ним по скиллу. Не знаю, ли у нас хватит слизней. Ну, по идее, должно хватить. Чуть-чуть даже не хватило. Но мы ковяшками добьем. Или героев сейчас наролим. Так, ну, нам надо выбить 5 паладинов, чтобы вкачать железную волю на китайке и просто трешевать, как и в подземках. Так, и на битве гильдии. Так, ну вроде все. Так, давайте еще дочистим с
Самики. Коробочка. Ну, коробку пока оставим. Так, что у нас тут еще? Руны, такие коробки. Ну, если что, места докупим. Ну, поехали. Пишите в комментах, как вам такие акции. Это просто жесть, как по мне. Так. Ну, поехали. Бум. Неплохое такое начало, я вам скажу. Но нам нужно 5 паладинов выбить. Но это, конечно, нереально будет. Так, увеличить места, окей. Ниндзя. Богрома. Фрэнки. Повторка нужная. Уже хорошо. Ну дайте Анубиса. Хотя мне, в принципе, воодушевление здесь уже больше, даже чем на основе. Оно тоже здесь уже не нужно. Кенди. Где магазинные герои? Где паладины? Дайте паладина, ёпта. Да, что-то как-то очень унылый роллинг. На основе поинтересней. Падают герои. Но тут таланты получше падают. Ребят, ну вот так вот. Рибит. Просто жесть. На этом аккаунте уже есть все герои. Все. Аккаунту чуть-чуть больше месяца. Просто офигеть. Открываем. Конечно, герой не ахти. Ничего в нем особенного нету, но недостающий герой. Единственный недостающий герой. Вот такой вот он у нас. Так, ну что, поехали дальше. Надо еще будет на архидемона сходить. Так. Поехали дальше. Первый паладин. Это очень хорошо. Неожиданно так. Сразу же паладин. Так, фея. Дед Мороз. Тут, честно говоря, любая легенда, она нужна. Потому что это повторка. Череп. Хорош. Ну дай паладина. Никогда не думал, что буду просить в рандома именно паладина. Не набьем мы тут столько паладинов, честно говоря. Купидон. Лео. Повторочка нужная. Второй паладин. Бля, и тут я задумался. Трешивать дальше. Так. Ладно, давайте еще паролем немножко. Ради интереса. Дед Мороз. Хранитель. Пойдет. Хранитель нам очень нужен. У нас их несколько качается. Надо много повторок. Ну давай рандом. Где паладины? Где паладины? Какого хрена одну синь ты даешь? Купидон. Так, что тут у нас? Ну, тут понятно. Исцеление забираем. О, тут вообще награды супер. Анубис. Так, 13. Ну, давайте два слизня смотрим. Если что, потом все равно эту железную волю и так достанем.
особо сливать как бы смысла тоже нету. Раз. Ведьма. Имка. Имка тоже нужна. Ну давай, давай, давай. Блин, если упадет сейчас третий паладин. Давайте до легенды. Ворожей. Вот так вот. Я считаю неплохо. На 50 косамов, какие на основе, мы вырыли довольно неплохих героев. Так, тут у нас утекание на смене стоит. Утекание мы поставим на химеру. Для архидемона с отражением. Вроде так ничего получается. Поменять, заменить. Поехали, поехали. Откроем коробочку. Коробочка. Ну. Бег. Понятно все. Ну, заберем грубую силу. Обязательно напишите в комментах, кому мы будем ставить грубую силу, ребят. Есть вариант Минотавр. Вот исцеление уже есть даже. Для теста можно потестировать на тыковке. Я вам сразу скажу, что... У меня ощущение, что лучше его на тыковку не тратить. Мы сделаем обзорчик. И решим, определимся с этим исцелением. Так. Так, 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 так. Что я хотел? Что я хотел? А я хотел докачать Купидона. Купидона мы начали качать. Вот такой у нас Купидон. Ему надо немножко поднять скилл. Вот так вот сделать. И вот так. Чик. И все, у нас Купидон. 11-11. Теперь у нас дает 20 скорости бега. Так, чекаем наш составчик. И попробуем сейчас нашу любимую подземку, которую нам никак не дается фармануть. Посмотрим разницу с 11-м Купидоном. Так, тут есть, тут. Кремочку ставим. Смотрим дальше. Ворожей готов, готов. Хранитель готов. Есть. Вот первые 11-11, десятка у нас, как видите, не тыковка оказался, а все-таки Купидон. Так. Магия. Че, поехали. Вот это 7-5. У нас вечно остается одна башня. Это. Так, раз, два, три. Заморозили. Ускорялка. Смотрим. Не хватает, все равно не хватает. 52%. Ну, очень интересно, кстати, было. Ронинов посносили. Возможно, надо было и не выходить. Давайте юнита возьмем. Так, у нас хранителя только слили. Неплохо, неплохо. Так, ну поехали еще разок. Ой, Ронинов там просто, просто жесть как раздали. 72%, смотрите, как они летают. Это жесть. Ну, конечно, жестко летают с ускорением еще. На 12-й. На 12-й пока я, к сожалению, не могу прокачать. Надо всех героев левел поднять. И сделать эволюцию. Тогда только можно будет в группе качать 12-й уровень. У нас камней как бы хватает с головой. Всех ресурсов хватает.
Ну, нужно немножко времени. Так, ну давайте еще разок. За маму, за папу. Вот это, кстати, так и не починили. Бах, два раза приходится иногда покупать, если не выходить. Так, 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 так. Скейп, окей. Все нормально работает. Два. Так. Ну блин, с Купидоном реально уже очень заметного урона намного выше, больше стало. Смотрите, как долбит. Ну, 89, 90, 92. И опять у нас башни дальние не добиваются. Вот просто чисто, не знаю, невезение с этой подземкой. Почему-то именно те башни. Придется все-таки делать вторую Эва Минотавру. Нам он нужен будет с второй эволюции. Так, пополнить. Ну, поехали. Еще разок. Надо добить обязательно. Так, раз, два, три. Хранителя успели заморозить? Да, успели хранителя заморозить. Так, у нас там пакость нам Бронин делает. Ах, сколько я уже намучился с этими подземками. Но мы все-таки прошли 7-10. Зафармили на 3 звезды. Теперь нам намного проще, соответственно, качать и героев, и фармить кигашки для скиллов. В общем, все по фэншую. Так, Ронин. Ну, Минотавр, еще разок. Пожалуйста, ударь еще разок. Ай, как хорошо побежали. И побежали именно туда, куда надо. Но, к сожалению, как видите, у нас пока не хватает урона, чтобы сливать анубисов. Хотя на основе у меня стабильно они сливаются. Не знаю, почему тут так. Возможно, из-за того, что у нас еще хранитель не докачан. Также недокачанные некоторые герои, но в принципе мы должны их сливать без проблем. Тем более здесь грубая сила, как бы по дамагу талантик, мне кажется, поярче будет. Хранитель включился. Все как обычно. Так, еще две попытки. И оставим остыть китайку. Так, 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 так. Ну давай, 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 давай. Кошмарка. Я даже юнитов уже не беру. Еще есть вариант, конечно, сюда взять шапку. С шапкой тоже будет очень интересно. Но шапка у нас-то не прокачанная. Так, Купидона у нас слили. Все, это проеб. Ну, 80%, как видите. Обидно, обидно. Ну все, последний заход. Вдруг он у нас, как обычно, будет удачным. У нас какое-то везение на последний заход. Все время проходим. Так, ну давайте так. Давайте попробуем разок. Так, Купидон. Тут, честно говоря, некого заменить. Все нужны. Ладно, не будем ничего менять. Долбим так, как били. Так, раз, два, два. Всех выпустили. Хранителя заморозили. Возможно, надо будет попробовать немножко с другой стороны зайти. Вот смотрите, всех героев сливаем, все сливаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ух. Доходим до Анубиса и все. Не хватает нам немножко урона на них. Возможно, нужно все-таки Минотавра. Возможно, Минотавра прокачать с грубой силой. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте репостики. Бомбите в комментах. Всем пока.